Весовая категория 71 килограмм. Казахстан, Узбекистан вновь здесь. Ну, оба спортсмена будут представлены на играх. Отбирается двойка. Вот, пожалуйста, футболисты. Это двое. Итак, Сагыныш Алибай, Казахстан, и киргиз, узбекский спортсмен Дишолбек Юлдашев. Тридцать секунд отборолись. Красный влево забирает косой, бросок через голову. Хотела на руку перейти. И от всего ушел. И вновь косой захват у красного. Одну руку он пока это держит. Второй подсоединился. Тоже из низкой стойки пытается бросать через голову. Кто-то недоволен, что наказывает именно красного. Да, он действительно доминирует в захвате. И делает броски через голову. Ну, в общем-то, с выведением соперника из равновесия. Я, видимо, подумал, что это стягивание в партер. Ну, первый раз синий вообще акробатическим защитился и поднял. Сейчас просто ушли в партер. Ну, ненаказуемо. Бросок через спину вставляет синий хорошо и пытается сбить его в другую сторону. Обычно с зацепом идет, но тут не хватило амплитуды для движения ноги. Он зацеп не сделал, но толкал в ту же сторону. Могло сработать. Неторопливо на захватах ребята борются сейчас. Вылавливают руки. Проход в ногу. Бросок через голову. Ничего не достигает, никакая атака не достигает целей. Но активность все-таки какая-то на лицо проявляется. Бросок через спину. Вновь эта атака, которую синий законтролировал. То есть все атаки синий просто читает на данный момент. Но его наказывают, все-таки он не подворачивается, не работает. Вот опять философский вопрос. Если разобрать атаки красного. А вот это была блестящая атака красного. Зацеп стопой и переход на рычаг локтя. Думаю, один балл здесь появится на того, как минимум. Борцы по углам. Жест характерный судьи. Идут смотреть видеоповтор. Передышка у спортсменов. Прям церемониал такой у нас стал последние годы. Выход. Бал.
Если бал, значит бал. Вот нога. Бывает на колени. Ого. Демонстрировал судьям, что встал. Держал бег. В этот момент пропустил атаку, но защитить все успел. Хорошее равновесие. Ага, и это бросок. Бал. По последнему движению Юлдашев ведет. Нашел брешь в обороне. Успел подвернуться вовремя. А теперь красного наказывают за пассивное ведение борьбы. И еще идут смотреть. Нет, они не идут смотреть. Арбитр один подойдет сейчас. И что-то обсудят, вероятно, судьи. Вот сейчас красного прям сразу наказывать. Но... Может быть, не надо так торопиться, идет такая хорошая борьба, да. Вот арбитр не стал этого делать. Торопится красный. Контроль опять синий. Осуществляет два рукава вниз. Загрузил, перевел в партер. Очень грамотно сейчас отработал эпизод. Помощь врача. Видимо, ссадина какая-то образовалась небольшая. Ну или кровь из носа. Да, и спортсмен в униформе тоже ему надо. На нем, видимо, брызги. Брызги крови, их надо, конечно же, убрать. Так, и продолжается схватка. 1-1 с минимальным преимуществом победу. Пока что встречу ведет Дишотбек Юлдашев. Узбекистан. Красный работает, бросок через спину. Контроль опять хороший. Синий прям здорово читает все, не контролирует, равновесие сохраняет. Сам атакует. Атакует красный, атака на атаку. Идет, что называется, рубка. Врач. Такой накал страстей, он постоянно остывает ввиду вот обращения к врачам, видеоповторов. Зрительный зал остывает, спортсмены остывают. Ритм схватки сбивается, конечно. Проход ногу. Переворот. На бок в сторону живота. Или все-таки бок. И в таком случае это можно оценивать. Очень сильно работает красный. Очень хочет победить. Да. Люди тоже решили все-таки посмотреть на это действо. Действительно непростое. Ну,
один стоял в стойке, на мой взгляд, и выполнял боковой переворот. Если он действительно стоял в стойке, то этот боковой переворот можно оценивать. И вот теперь судьи посмотрят, на что упал атакуемый, упал ли атакующий. Да, вот секундант уверен, что оценка. Без оценки. Вот так. С падением лапы в другую сторону живота, то есть живот с падением. Если бы в стойке остался, дали бы. И секунды истекают. Время встречи. С большим трудом, да, очень непросто. Дишотбек Юлдашев одерживает победу, выигрывает золотую медаль. Его соперник показал достойную борьбу. Сагыныш Алибай тоже проявил себя достойно. Но золото уезжает в Узбекистан.